Приветствую всех в игре Rust. С вами снова Роман, и это видео посвящено аэропорту. Я вместе с Индиго сюда пришел. Именно здесь можно добыть красную карту доступа. Красная карта доступа находится не в самом аэропорту, а под землей. Под землей аэродрома находится бункер. Туда попасть можно через люк. Вот. Здесь на территории аэродрома есть вот такие вот люки. Вот. И попадаем вниз в подземелье. Там по туннелям проходим и попадаем в бункер. Здесь в нескольких местах такие вот люки есть. По краям, по-моему, тоже они где-то должны быть. Да, вон еще один люк. Ну, в общем, на территории аэродрома их несколько. Но здесь бегают зомби. Вон еще один люк, кстати. Вот там вот люк. Там в подземелье в люках темно. Нужен будет фонарик. Ну, задача такая, чтобы добраться вот до этого люка. Зомби меня не убили. И попасть в туннели, а там уже пойдем в бункер. Для открытия бункера понадобится синяя карта доступа. У меня она есть. Я ее уже в порту получил. Ну, кто не смотрел видеоролик, посмотрите, где я был в порту. Там достал с помощью зеленой карты синюю карточку. Так что у меня теперь есть синяя карточка. Да, синяя карточка, она нужна для того, чтобы попасть в бункер, и там можно найти красную карточку. Вот так вот. Ну вот я вместе с Индиго. Она мне поможет. Здесь, в главном здании аэропорта, ну, тут, конечно, вот в ангарах, везде на вышках стоят ящики, их можно лутать. Но самые ценные военные ящики с хорошим лутом находятся именно в бункере под землей. Значит, здесь нужно будет включить... Вот, кстати, ящик, видите, лежит. Стоит. Ну вот. Вот, кстати, попался предохранитель. Скраб. Здесь вот нужно будет вот воткнуть вот такой вот предохранитель. Здесь есть щиток. Втыкаем вот этот предохранитель сюда. И будет действовать он где-то около минут трех. Так вот, можно, конечно, в одиночку все это сделать. А можно вдвоем. Можно вдвоем. В одиночку просто нужно будет сразу бежать туда, в подземелье, в бункер, и где-то в течение 3 минут добраться до второго щитка, куда нужно будет ставить предохранитель. Одному несколько сложнее, но как бы если вы знаете дорогу, путь, то делаете это сами. Ну вот нас двое вместе с Индиго, она будет здесь, и когда я подойду там к двери, она по моей команде ставит сюда предохранитель. Можно и в одиночку. Так, ну вот тут вот есть перерабатывающее устройство, вот здесь вот нефть. Можно перерабатывать в топливо зомби. Если вы в одиночку пытаетесь, вставляете предохранитель и бегом бежите, ныряете в эту дырку люка. Я вот тут смотрю, зомби валяются мертвые, вон там где-то игрок бегает. Сейчас, кстати, эти все зомби за мной побегут, смотрите. Всей толпой побежали за мной. Слышите, как они рычат? Мне нужно добраться до люка и нырнуть туда, чтобы эти зомби меня не убили. Там за мной чувствую, вон их там сколько бежит. Так, ныряем сюда. Ох ты, по мне попали. Но я успел нырнуть. Они сюда не попадают, в туннель. Так, включаем фонарь. И вот если вы в одиночку это делаете, то нужно бегом бежать. То есть тут как бы надо знать дорогу. Потому что дается 3 минуты, предохранитель работает недолго. И здесь нужно найти вход в этот бункер. Так, убежище. Что тоже, ну, не так просто. Первого раза вот я, например, вход в этот бункер не сразу нашел. Так, ну вот видите, не то. То есть по этим туннелям еще и придется побегать. Вдвоем проще. Я сейчас найду этот бункер, отпишусь Индиго, и она ставит предохранитель. Вон там наверху, вы слышите, эти зомби бегают. Потеряли меня. Хорошо, что они за мной сюда не побежали. Так. Вот, по-моему, вот это. Да, видите, написано секция С. Заходим сюда. Ну, тут ящики. Обычные. С не очень
с не очень ценным лутом, но тем не менее. Так, заходим сюда. Ну вот тут серу можно собрать. Камень. Правда, когда вы в одиночку ставите предохранитель, у вас на это время не будет. Вам нужно будет бегом бежать, чтобы успеть. Так, ну вот, почти пришел я. Здесь еще один ящик. Вот, чтобы сюда пройти, видите, нужно питание. Поэтому я сейчас ей пишу. Так, и мне понадобится, по-моему, зеленая или синяя. Сейчас посмотрим. Я вот сюда поставлю синюю. Смотрите, она сейчас вставляет эту предохранитель там наверху в главном здании. Включится питание, и я сюда, смогу попасть. Нет, по-моему, тут зеленая карта нужна. Да, здесь нужна зеленая карта. Видите, питание включилось. Берем зеленую карту. Есть, и я пошел внутрь. Зашел внутрь. Идем дальше. Здесь понадобится еще один предохранитель. Нужно будет отремонтировать еще один щиток. Ну, тут вот, кстати, военные ящики. Тут уже более ценный лут. Так, это уже, это выход. Вот, выходим обратно. Туннели, поднимаемся наверх. Так, ну нас интересует главное здание бункера. В принципе, я уже в бункере, но там главная комната, где лежит красная карта. Напоминаю, что красные карты нужны для доступа к космодрому. Так, ищем здесь вот этот щиток, который нужно тоже будет починить. Вот он. Открываем его и... Нужно сюда вставить предохранитель. Есть. И... Так, заработало, не заработало. Вроде как должно заработать. Да, вот, заработало. Теперь здесь синей картой открываем. Видите, здесь Armory написано. Это как бы переводится хранилище оружия. Оружейная. И вот, смотрите, я зашел в оружейную. Вот они тут, военные ящики. С хорошим лутом. Так, это у нас... Ну, из-за рецепт изучил. По-моему, водосборник был. Ну, вот тут вот ящики. Их много. Простые ящики с не очень ценным лутом. Забираю все, что есть. Ну, тут их много, этих ящиков. Ну и самое главное, это вот на этом столе, вот она, красная ключ-карта. Вот, взял ключ-карту. Так, ну и ящики, вот военный ящик стоит. С хорошим лутом. Все это забираем. Так, это обычный ящик. Вот так вот в аэропорту добывается... Более или менее ценный лут. Ну, его, конечно, не сравнить с тем, что можно достать на космодроме, на нефтеплатформе, на корабле. Но, тем не менее, сюда ходят вот за красной картой. Все. Красная карта у меня есть. Ну, можно, конечно, сейчас предохранитель мой вынуть, но он тратится. Вот, видите, уже половину потратил. Давайте возьму. В принципе, с предохранителями проблем нет. Достаточно много. Ну вот у меня теперь еще одна красная карта на руках. И остается теперь отсюда выйти. Вот через эту дверь попадаем в туннель. Ну и сейчас вылезу, доберусь до Индиго. Надо будет скинуть мне зомби, которые сейчас за мной побегут, конечно же. Вон они там наверху уже, видите, пыхтят. Сейчас надо будет сразу включать пятую скорость и просто бежать.
бежим. Много их тут. Вон они за мной, смотрите. По этим ангарам тоже можно побегать, тоже можно там пособирать лут, посмотреть. Вот можно сбегать на вышку. Там тоже стоят ящики. Тоже их можно посмотреть. Сколько там за мной бежит? Штук 5 или 6 зомбаков. На этих вышках тоже появляются ящики. Зомби внутрь не зайдут, я думаю. Но если и зайдут, то наверх не поднимутся. Нет, они не заходят. Ну вот на этих вот смотровых вышках тоже иногда бывают ящики. Сейчас здесь пусто, потому что какие-то игроки эти ящики залутали. Но, повторюсь, самое ценное, ребятки, это вот там вот в бункере, где не просто ящики, а военные ящики. Там самый ценный лут, самый ценный хабар. Ну, вон моя Индиго. В главном здании меня ждет. Я сейчас к ней иду, и мы отсюда уходим, идем домой. С тем лутом, который вот я здесь получил. Самое ценное, это вот красная ключ-карта. Все, ребятки, спасибо за внимание, и не пропускайте моих видеороликов из игры Rust. Увидимся.